И в ГПУ продолжают расследовать взрыв боеприпасов на военном складе в Калиновке. Главу генштаба Виктора Муженко могут уже в ближайшее время вызвать на допрос, но при этом подозрения ему вручать не будут. Об этом также заявил генпрокурор. По его словам, деньги на утилизацию устаревших боеприпасов Минфин выделял вовремя, но их так и не освоили.